27 марта на заседании Рязанской областной думы начальник управления Министерства внутренних дел России по Рязанской области Сергей Лебедев представил отчет о работе за 2018 год. В 2018 году органы внутренних дел региона выполнили возложенные на них задачи по защите прав граждан, обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения выборов президента Российской Федерации, чемпионата мира по футболу, избирательные кампании в органы местной власти. Кроме перечисленных знаковых событий, личный состав привлекался для выполнения задач по поддержанию правопорядка на территории Северо-Кавказского региона, где были задействованы почти 200 сотрудников, оказание помощи органам власти Республики Казахстан. Сотрудники УМВД привлечены для участия в международных полицейских миссиях в одном из государств африканского континента и в Республике Гаити. Получило свое дальнейшее развитие наше взаимодействие с областной думой, федеральными структурами, органами исполнительной власти на региональном уровне, местного самоуправления, законодательными органами региона принято к рассмотрению ряд правовых инициатив управления в части обеспечения общественного порядка и профилактики преступлений. От руководства области мы получаем ощутимую поддержку в своей деятельности. С коллегами из федеральных правоохранительных структур находимся в постоянном деловом контакте, эффективно разрешая возникающие проблемы в процессе борьбы с преступностью. Уважаемые депутаты, в соответствии с национальными проектами развития государства, определенными президентом страны, одним из которых является внедрение цифровых технологий, Управление внутренних дел активно решает поставленные задачи по переходу на современный уровень технической оснащенности. Модернизация технологий, в том числе цифровых, ведется в плановом порядке. Доступ к необходимым федеральным ресурсам МВД России получили свыше 3600 сотрудников органов внутренних дел. Создано более 1800 автоматизированных рабочих мест. Это позитивно сказывается на выполнении задачи предоставления государственных услуг населению. Заметно сократилось время ожидания граждан в очередях во всех подразделениях, в том числе ГИБДД, по вопросам миграции, а также по линии информационно-справочной работы. В целом достигнут должный уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных УМВД государственных услуг, который составил почти 97%.